Накормленные и выгуленные собак, которые стали заложниками в одной из квартир в поселке Котельщиков, освободили из заточения. Сейчас они находятся в мини-приюте для животных в поселке Большое Енисейское. Ну, собакам гулять надо. Вот даже в вольере, когда они сидят, у них когти стачиваются. У этих когти вообще прям, ну, жуткое состояние. Да и опять же, о соседях тоже думать надо. Ну, в частном-то доме еще более-менее, куда они шел, только собака, а в квартире это ненормально. Тем более двухкомнатной. Напомним, что бичанка, проживающая в доме 16 по улице Петрова, устроила собачий приют в собственной квартире. В двухкомнатном жилище обитало более двух десятков животных. После того, как хозяйка свора оказалась на больничной койке, четвероногие были предоставлены сами себе. Несколько дней за собаками никто не ухаживал. В итоге в свой мини-приют их забрала известная зоозащитница Ольга Скопинцева. По словам бичанки, у большей части животных отсутствует шерсть из-за аллергии. Ведут себя хвостатые агрессивно, держатся стаи. Добавим, что после социализации Ольга будет искать собакам новых хозяев. И только двух заберет прежний владелец.